Домой хотите? Домой хочется. Хочется домой. Так, с мамами созваниваемся? Конечно, да. Каждый день. В Жуковском санатории отдыхают и учатся 95 мальчишек и девчонок из приграничного Климова. С ними их учителя. Середина сентября – не время отвлекаться от школьной программы. Занимаются ученики с 1 по 9 классы по расписанию в кабинетах, оборудованных всем необходимым. По урокам есть вопросы? С детками проводятся уроки. Вы же начальная школа. Я начальная школа. У меня группа очень разновозрастная. У меня дети с 1 по 8 класс. Начальная школа. Я провожу уроки, а старшеклассников занимаются подготовкой. Им преподаватели дали задание. Они все с утра позавтракали, приходят, убирают в комнатах, садятся, делают уроки. Книжки есть почитать, чтобы не в телефоне сидеть? Вы знаете, в телефоне посидеть не получается. Вместо гаджетов и социальных сетей – подвижные игры и живое общение. Мы в 7:55 просыпаемся, вот, моемся, получается, переодеваемся, потом идем кушать. После этого идем на процедуры, делаем уроки. Ходили вчера смотреть на Чебурашку, фильмы смотрели, мероприятия. Очень интересно. Катя приехала не одна, с ней двое братьев. Скучают по родителям и уже планируют следующую поездку в санаторий. На этот раз всей семьей. Я хотела бы им показать большую столовую, она красивая, там нормально кормят. И хотела бы показать площадку, и хотела бы сделать такую же площадку у себя около дома. Мне понравились качели и карусели. Можно хорошо отдохнуть, можно в любом месте, на площадке поиграть. Мне нравится то, что здесь очень-очень мягкие кровати. Там в комнате очень-очень много места. В том, что ребятам комфортно, убедилась заместитель губернатора Валентина Миронова. Все есть, все. Скажи, для жизни, для радости, все есть. С родителями общаешься? Да. Бесплатный трехнедельный отдых для ребят из приграничных районов области в санаториях Брянщины – инициатива губернатора Александра Богомаза. Для школьников – возможность отвлечься от напряженной обстановки дома. У нас на территории Брянской области в 5 санаториях детских отдыхают более 800 детей. И вот как раз-таки именно те, которые дети обучаются из Климовского, например, района, их 358 человек. Это и Дубрава, и Жуковский санаторий, Белобережский, Затишье. Помимо прочего, санаторий Жуковский организовал индивидуальную оздоровительную программу для каждого из ребят. Отдых в солевой комнате, массаж, ингаляции – только малая часть доступных процедур. Мы давно сотрудничаем с южными районами Брянской области. Еще с программы «Дети Чернобыля» – это 2000-е годы – мы уже принимали по 2000 детей за год. И мы благодарны инициативе губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза за то, что он уделяет очень много времени своего личного и направляет подчиненные ему службы для того, чтобы дети Брянской области имели возможность оздоровиться, получить профессиональную медицинскую помощь, ну и чтобы получили заряд бодрости, чтобы всегда были рады, довольны. Александра Савельева, Виктор Левченков, Жуковка.